19 столітті вікінги із півночі дійшли до Чернігова і оселилися під селом Шаставиця. Я їжджу на цей фестиваль цього формату вже третій рік поспіль, і я вважаю, що він росте. Це досить молодий фестиваль порівняно з іншими, але, на щастя, де на кожному фестивалі всі звикають, що і так добре, ну і так піде. На цьому фестивалі організатори роблять далі більше, краще, за це я їм дякую, тому ми сюди і їздимо. Я представник не Азову, а партії «Національний корпус». Серед учасників є бійці АТО в досить великій кількості. Насправді це хлопці, яким по 18, по 20, максимум 25 років. Вони за спорт, вони за здорове життя, вони цим живуть, вони цим змотивовані. Я вважаю, що дані фестивалі розвивають молодь, розвивають сильну націю, розвивають Україну.
Ну да, это таки действительно спорт. Есть победы, есть поражения, есть система оценивания, то есть кто кого победил, по каким критериям. И да, все по-настоящему, как видите, железо, не бутафория. И бьем мы друг друга железом, так что все по-настоящему. В принципе, если с умом подходить к этому вопросу, то надо себя защитить по максимуму, закрыть все щели, и с большой вероятностью можно ничего не получить. То есть спокойно приехать домой без синяков и травм. Це не баловство, тобто це не просто ви нарядилися лицарями. Ну, можете подивитись на м'ятину в мене на ногах. Оцюдом, наприклад. Відбувається. Все по-справжньому, справжня зброя, вона важка. Що ви відчуваєте, коли виходите на ресталище? Там, не знаю, страх, агресію, адреналін? Відчувається все по чуть-чуть. В принципі, костюм красился натуральными материалами, шился вручную. Ну, сейчас просто люди развлекаются, кто с собой взял луки, те развлекаются. Мне, как девушке, сложность состоит именно в вытяге, потому что тут есть определенное количество килограмм натяга. На этом луке именно 16 килограмм. Вот, это уже мой второй лук, и тут потяжелее для меня. И для того, чтобы привыкнуть к нему, мне достаточно долгое время пришлось тренироваться. Знаете, первый вопрос, девушка в доспехах вообще, вот как это? Ну, вы знаете, это прикольно, это классно, лично мне, не знаю, мне комфортно, мне нравится, я этим живу, поэтому я себя вполне себе комфортно в этом чувствую. Ну, травма, естественно, как бы, как любой спорт, это довольно-таки травмоопасный спорт, вот, но тем не менее, нет, все-таки все зависит еще от доспеха, то есть от качества доспеха, то есть чем он лучше, тем, скажем так, уменьшается риск там, травмоопасности, ну, плюс ко всему, турнир, он не такой, там, скажем, травмоопасный, как вот массовые бои, которые там будут еще. Когда вот ваш соперник мужчина, он знает, что вы девушка, он в полную силу с вами бьется или такой думает, ну ладно. Вообще-то, нет, в принципе, как бы это все зависит от человека, но, как правило, на турнирах как бы говорят, что вот если девушка выходит в турнир, то есть она понимает все риски, она понимает, что она выходит наравне с мужчинами, и, соответственно, как бы мужчина, ну, то есть соперник и обязан, и бьет ее в полную силу. То есть. Я занимаюсь исторической реконструкцией в клубе «Фландрия». Это клуб, который один из лучших бойцовских клубов Украины. Реконструированием историчного костюма, историчного доспеха, воспитание патриотичной молодежи. Этот фестиваль, он тут довольно свободный формат. Тут можно приехать и с детьми, и с семьей, и посражаться, и выступить с костюмом, как я, например, сегодня выступаю, и пострелять из лука. Костюм у меня монгола 13 века. Строится он от пояса. Пояс найден в Красном Яру, это Алтайский край. Это граница Золотой Орды и династии Юань. То есть это Кубилай-хан, который осел в Китае и основал династию Юань, которая просуществовала 200 лет в Китае.
и, ну, считается одной из самых успешных. Впервые Хубилай объединил Южный и Северный Китай в единое государство в тех границах, в принципе, в которых он находится и сейчас. Это костюм богатого воина, который имел множество побед. Соответственно, в литье на поясе отображались победы, то есть обычно это серебро было, позолотой. Чем больше, как бы, элементов на поясе, тем более богатый и доблестен воин. Це костюм ланцкнехта, Західна Європа, перша половина 16 століття. Це найманці, наймана піхота, яка жила одним днем, тобто всі знають про швейцарців, ну, раніше були німці. Thank you.
сонця, немає дощу. Для турнірів це найкращий температурний режим. Це серйозний захід, який нагадує нам всім, що ми потомки козацького роду, що ми потомки і древніх вікінгів, і древніх скіфів. Ці дві культури якось так перетнулися на межі 10-11 століття десь тут, під Чернігівом. Слов'янська нація, слов'янська культура має своє коріння тут, на нашій чернігівській землі. І цей фестиваль, в першу чергу, покликаний нагадати, хто забув, розказати, хто не знав, а загалом, щоб згадати нашу культуру. Знаковий сьогодні був для мене особисто такий факт, коли мій маленький онук каже: «Дідусь, купи мені меча», а я його питаю: «Нащо він тобі?» Відповідь, ну, мене не те, що здивувало. Він сказав, щоб свою сестричку захищати. У нього дві сестрички. Я вдячний всім гостям, які завітали сюди, побачили, там кузня, там горшки глиняні ліплять, там із лука стріляють, там дитячий майданчик із аніматорами і вже маленькі діти. Вони приймають у той дух козацтва і звитяг, який вони бачать на ресталищі. І це вселяє впевненість в тому, що ми живемо не задарма. Thank you.